детстве я хотел... Во-первых, я врал все время, потому что у меня папа погиб в 44-м. Ну, как погиб? Он получил 2 ранения в легкие, у него скоротечная чахотка, в госпитале он умер. Ну, погиб. И я всегда завидовал ребятам, у которых отцы были. Я всегда врал, что у меня папа летчик, там, мореход и прочее. Потому что я жил... Мама ушла, меня бросила, я жил с бабушкой, с дедушкой, с неродными даже. Вот. Я мечтал, конечно, сначала о Нахимовском училище. У нас в Ленинграде очень красивое Нахимовское училище напротив «Авроры», да? И фильм был «Простор голубой, земля за кормой», знаете? «Город реет на мачте, флаг отчизны рода». Вот. Но мне не повезло, потому что я имел льготы, потому что я сын погибшего воина. Но не было приема в тот год. Потом, после 7 класса, потому что мы жили с бабушкой очень, очень трудно, и надо было на какой-то государственный кошт перейти, чтобы там что-то. Мне очень нравились фуражки у артиллеристов. Очень красивая Колышева, жутко. И опять артиллерийское училище, там после 7 класса какой-то был прием, а в этот год не было приема. Потом я не знал, куда деваться, потому что я занимался всем. Занимался в Ленинградском дворце пионеров и мягкой игрушкой, и вот клоунов таких делали мы. Потом авиамодельные, потом гимнастика. А тренер говорит, что вы, резник, висите, как кисейная барышня на турнике. Я пошел в плавание, из плавания в хор. У нас был замечательный хор Дворца пионеров, потрясающий, потрясающий. А, клуб юных затейников, бальные танцы. Да? Потом в школе, у нас была мужская школа 200-я на улице Маяковского, а в 194-й женской, там был драм-кружок. Я туда стал ходить, потому что девочки были. И я в «Плодах просвещения» играл третьего мужика. И это набиралось, вот по зернышку, вот, да, вот как-то так. Вот. И потом, случайно я пошел с товарищем, он в театральный институт, он читал. Но мне сказали, ну и вы прочитаете. Я «Ворона и лисица» прочитал, сказали, в следующем году приходите, готовьтесь. Я пошел, а уже Народный театр, это ДК Горького, и в «Кремлевских курантах» я играл Дзержинского. Завильно говорил, вы узелок забыли, профессор. Вот. И там же, во дворце Горького, мы через служебный вход проходили и сидели на ступеньках. Там замечательные гастролеры были. Театр «Сатиры», Клопа, я помню, с Лепко, потрясающий. Мы массу спектаклей видели там, бесплатно, на ступенечку. Вот. И потом как-то вот в театральный институт потянуло, был кураж, и меня приняли.